Это уже какой-то переходник вот этот? Или так, так было, да? Слушай, нет, вот это не вот было. Вот это. Ну, на винт. Стандартный. Я помню, у вас какая-то бутылка. Ну, это бутылка, считай, купленная в магазине, да. Фирменная бутылка. Ну, типа, да. А сам штатив дорогой, нет? Ну, можно дешевле. Это 2 с копейками стоит. Ну, то есть это средняя цена. Да. У меня есть дешевый какой-то, я вот с собой брал. Там на него и под водой его, и где угодно. То есть там палка и в конце небольшие ноги. А, я понял. Когда, то есть он не очень устойчивый. Когда, да, он не очень устойчивый. Когда пол деревянный, вот в юности, там это все трясется, и там на такое вообще невозможно снимать. Да. То есть кто-то топает, а 5 метров это штука уже. А этот, не знаю, там... А эти или Фрименки еще где? Учатся, да? Все в учебе, да? Или на теннисе. Ну, Юра, который второкурсник. Который правша. Который правша, да. Он там уже договорился, у него чуть ли не шеф есть. И вот он сейчас поедет за Пирс за счет Минимальсиста. Парень уже вот на втором курсе уже улыбается. Ну, у меня такой один уже был, это Тимур Насыгулов, который сейчас там бегает еще, который защитился через 8 месяцев после окончания. То есть люди вот начинают заниматься, как говорится, с ранья, ну и доходят. Да, занят, ну там, когда в среду они вдвоем приходили, покатали. Второй там немножко более болтус, поэтому на пятерке сессию сдал, ну и хватает. Чаще приходит. Но это обидно проигрывать брату. Все равно хоть и занимается, все равно проигрывает. Раньше у них наоборот было, да? Ну, не 50 на 50. Ну, не 50, может быть, 45 на 55, вот так, в пользу Левши.